Добрый день, друзья! С вами по-прежнему Верхов и База Сверх. И вот такой квест. Ясь, 591 грамм. Ну, это низкий вес. И, значит, как мы будем его ловить? Я предлагаю ловить исключительно язя на такую насадку, как личинка караеда, и на воблер. Давайте в рыболовном магазине, исходя из того, что написано у нас в клевалке Андрея Анисимова, воблер должен быть 301. Вот этот воблер должен быть маленький. Отправляемся с вами на локацию. Крутой обрыв. То есть, ну как будет работать личинка караеда? Ну где-то каждая пятая поклевка на личинку караеда может быть зачетная. Каждая четвертая может быть у нас с вами средний вес. Вот. И три поклевки. 3-4 поклевки у нас будет наш вес, который мы ловим. Ну, низкий вес. Аналогично будет работать и этот воблер маленький. Конечно, воблер будет попутную рыбу ловить, безусловно. И щуку, и жереха будет ловить. Также личинка караеда нам может ловить попутную рыбу. Но вот на наш маленький вес, низкий вес, я думаю, что это оптимальный выбор насадок. Ну вот, друзья, мои домыслы оказались успешными. Сыграли мы с вами квест и поймали мы наш вес на личинку караеда. Вот оно, 588 грамм. Спасибо за внимание. С вами был Верхов. Увидимся.